Здорово, Женя. Какой урок? Сейчас глянем. А, седьмой урок. Продолжение, ребятки. Что мы тут сделали? Вот тут вот нам надо эту функцию улучшить. Давайте индексный файл вот этот удалим, что мы тут написали. Так, и смотрим, обновим сейчас тут. Начало insert thread, что за херня, а? А, ну как Ctrl-Z. Вот так вот. Обновим сейчас. Найден файл для чтения. Вот он, найден, чувачки. Name, 2 тексты. Вот тут этот вот файл, 2 тексты. Ну, теперь надо считать с него данные. Давайте полностью считаем файл, данные с файла. Red data. Function. А, вот тут, ребятки. Ну, считать легко. Переменная str равняется файлы get contents. Contents. Значит, дата. Точка переменная name. Мы не будем проверять так. Еще str равняется str. Вот так, давайте обновим. Вот, ребятки. Вот мы получили данные. Ну, теперь надо эти данные теперь, ребятки, нужно эти данные разобрать надо будет с помощью регулярных выражений. Давайте. Давайте посмотрим, какие там есть функции в регулярных выражениях. Так, сейчас я время еще запишу. Скажем, 35 минут, да? 16:35. Ой. Так. Глянь, кругом Америка лезет. Кругом нос сует свой. Ну ладно. Непа, вот PHP шур, реальное выражение. И не различать.
это, сука, херня, блядь, нахер мне вот это надо. Реджик, что мне надо, реджик. Выражение шаблона. Мне вообще функции надо, так. Выражение функции. Функциональных выражений. Сейчас посмотрим, что там за функция есть. Их прагмэч. Прагмэч. Ага, производим поиск. Ну, блин, ну тут мне не нравятся регулярные выражения, какие тут. Прагмэч ол. Ну, может, прагмэч ол нам подойдет. Блин, ну... Ну, чувачки, тут я... Надо, короче, разбивать. Да, что тут есть? Прагмэч. Ну, какие хоть функции вообще есть? Прагмэч. Вот так дальше смотрим. Прагмэч ол. Прагреплейс. Так. Прагреплейс колбэк. Прагсплит. Ну, скорее всего, мне нужно прагреплейс колбэк. Да, прыгли плейс колбэк. Callback. Короче, давайте, чувачки, написать. Не, пока выведем, да? А, ну мы вывели. Давайте теперь, что у нас? Фрэг рэп. Place and call back. Mixed pattern callback mixed. Давайте сейчас ее еще. Прокопировали выражение функции. Так, ладно, вот. Prag Replace Callback Manual. Нам, скорее всего, эта функция надо. Тут другого нету. Pattern. Сука, где пример нормальный? Ага, вот первое регулярное выражение. Так, вот это вот регулярное выражение. Давайте его скопируем полностью, чтобы мы не парились.
Опа. Что там еще? Great function. Matches. Ну, давайте напишем просто F, просто какой-нибудь F. Для примера, я не знаю, какая-нибудь F пусть будет. Стручный кавычек в данном случае принципиально. Альтернатива — экранировать все символы. Ага. Matches return stair pullover matches 0. Блять, ну я тут уже не пойму, как принесло это про матч, про place callback. Да, 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 давайте F. Не такая F, а вот такая. Здесь давайте function F напишем. Activation F. Что-то на без параметров, да? Function F, function F, next year, видите, next year matches. Да, давайте так же само. Matches. Matches. Как обычно, matches полное вхождение шаблона. Вхождение, так, смотрим. Раз, два, что такое текст? Ага. Текст. Ну, чувачки, тут не трудно догадаться, что такое текст. Это сама это сама СТР. Так, а теперь вот само надо регулярное выражение написать, ребятки. Тут уже, я уже не помню, как это делается, да? Ладно, пишем. Ребятки, пишем. Тут уже так, надо сам файл открыть. Тут что нам вот этот вот, да, второй. Ага, вот такая штучка. Ctrl-C. Оп. Между ними любой текст. А это, по-моему, так и любой текст S. Палочка. Нет, ну обязательно должен быть любой текст. И вот такая штука пошла. Еще мы тут экси, так. Еще мы тут. Бэр. Эксит один, эксит один, так. Ну, блин. Нет, мы не тут. Так, S, походу, это пробельный символ. Давайте тут поставим маленький S. Ой, большую S. Так, давайте, я уже опять не вижу. Регулярные выражения. Просто регулярное выражение. Вот так вот. Тут Википедия. Мы сейчас все посмотрим. Регулярные.
Регулярные выражения. Вот сейчас. Непробельный символ. Видите, большой. Ага, и все-таки надо экранировать. Давайте заэкранируем. Вот так вот. Да, пипец, исходный код. Но я не вижу, почему мы в эту функцию не входим, а, ребятки? Во, наконец-то мы тут. Давайте сделаем так вот. Принтер. Мэтчис. Принтер мэтчис. Принтер мэтчис. Так, мы тут вот, видите, так, исходный код страницы. Блядь. Ну надо еще пре, наверное, вызвать. Что мы так нихера не получим. Еще пре. Вот так вот. И тут вот тоже. А еще, из вчера, а еще. Давайте глянем, что будет. О, видите, ага. А, чувачки, тут любой пробельный символ, но... Я уже и забыл это регулярное выражение, как их еще и писать. Давайте тут вот так вот втулим. Вот тут вот сделаем сейчас так. Блядство. Вот так вот сделаем, может, R. Давайте так вот сделаем. N пусть будет. Посмотрим, что будет. Ну, конечно, не находит, да? Как-то странно ты, сука, не находишь, а? Давайте, сучара. Блядство. Давайте так сделаем, может, пойдет. Вот. Пошло так. Сделаем, по-моему, так. А ну-ка, блядь, сука, а ну-ка. Название, да, три названия, вообще хорошо идет. Так. И давайте тут с конца поставим. Так. Так. Да я пробел сделал. Вот так вот. А ну-ка, callback. Так, callback. Ой, ты сука, ну вы видите, чего. Ну и сами видите, что творится, а? Хотя на самом деле, вот, смотрите, какой. Блядь, ну тут давайте поставим, наверное, точку. Ой-ой-ой-ой-ой, тут все правильно. S, так. А тут давайте поставим уже вместо этого. Нам все равно надо это будет выбирать. Вот мы сделаем... Точка. Блять, не жадный надо нам. Тут, конечно, знак вопроса, я уже вспомнил. Это не жадный.
Может быть точка. Так, ну давайте, может быть S. Братство. Или S. Вот так вот, да? Здесь плюсик, по-моему, так. Блять, я уже забыл, как фигуральное выражение нормально писать. Так вот. А здесь вот можно убрать. Вот так, по-моему, да-да-да, так. Давайте просмотрим. Pre-replace unknown modifier. Unknown modifier. Ну вы смотрите, что творится, а? Что ж происходит? Так, давайте тут поставим уже. Точка. Точка, так вот сделаем. О, смотрите, пошло. Вот, название темы, мы, в общем, вот это вот во втором значении, да? Array. Название темы 3, вот оно. Но это мне не нравится, что оно так... Мне это не нравится, чувачки. Давайте, если у нас тут будет название темы, еще тут будет так вот пробел какой-нибудь. Видите, не находит. Значит, нужно, я же говорю, оно не найдет. Надо, значит, нужно точка. Да, я понял. Здесь точка. R. N. Или. Давайте так, возможно. Блять. Ну. Ну вы видите, я ж пытаюсь пробельный символ здесь тулить. КД, давайте, блядь, Ctrl-Z. Ctrl-S. Пусть D будет. Чё ты сейчас покажешь, а? Unknown modifier. Чё ты, на точку? А. Модифер, точку, блядь. Не знает, что такое точка, да? Я нихера не пойму, ты что, точки не знаешь, что такое? Ну, боже, ну... Ну, выбирай, либо этот, либо этот. Что тебе еще надо? Точка или... Или Д. Или Н. Или Н, ребятки. Или Н.
Давайте две поставим, уже оно у меня кумарит. Вот честно кумарит. Вот. Я уже заэкранирую эту. Так, ну, модифер. Нет, чувачки, ну это, конечно же, дерьмо это, вы же видите. Тут ладно, непонятно. Ну почему ты тут-то тупишь, вот? Не знаешь, что вот это модифер. Так, давайте, сука, нахуй вот это вот так вот сделаем. Потому что, может, возможно, через то, что здесь вот эти вот херня стоит. Ну, возможно, нифига не получится нормально. Да, блин. Ну, и, ребятки, я же хочу вот такую вот сделать штучку, да? Вот такую штучку хочу. Да. Может, два надо поставить его, ну-ка. 184. Ну вот, переносный символ, да, любое количество его должно быть. Я вот ставлю вот. Любое количество переносных символов. Ну, ты смотри, как оно. Ну это реально какое-то дерьмо. Я хочу явно указать. Или. А ну или будет действовать, или Т. И Т, давайте так, будет оно действовать, или я, блядь, думаю, сюда не подействует. Фух, смотрите. Unknown modifier. Какой ты модифер не можешь найти, блядь. Да, а, ну сука, это разделитель, блядство, да? Давайте разделитель возьмем без разделителя. Это что, наверное, может из-за этого оно кумарит. Не пойму я ничего, ребятки. Ничего я не пойму. Где или, блядь? Ой, блядь. Давайте тут сделаем уже вот так вот. Так. Фу, наконец-то, ты, сука, видите? Ай, блин. Такие штуки нужно экранировать, походу. Так как это разделитель, видите? Как его. Давайте собака. Собака будет пусть разделителем. Тогда, по идее, здесь не надо ничего держать. А ну-ка.
Не будешь ты меня кумарить? Ух ты, видите, наконец-то. Значит, делаем, что мы делаем? N, точка, N или точка. А тут ставим, не, плюсик, конечно, плюсик и нежадный квантификатор. Вот так вот, это без сохраняющих скобок. Вот так вот, а ну-ка. Во, видите, чувачки, три названия тем, все правильно нашло. Мы даже, вот и троечка, даже мы вот сделали перенос строки, оно с переносом находит все четко, правильно. Так, после того, как мы его находим, мы... ну, заранее мы договоримся, что у нас... Ладно, пофигу. Одна будет всего заголовок темы, во всех остальных сообщениях мы парсить его. Даже если он не будет, мы не будем парсить его. 16.35. Так... Так. Смотрим. Callback. Давайте тут Global. Чувашня, тут Global. Тут уже я как-никак знаю. Global, переменная Тихириад. Не, давайте переменная тут какая-то будет. Давайте так сделаем. Находим тему, да? Первое. Находим тему. Находим. Название темы, да? Название темы. Тихриад. Ой, не-не-не, давайте так вот. Name, давайте так, name. Вот так вот. И сделаем тут, видите, у нас видно один, да? Match is один. Global Zem Tem. И делаем вот так сейчас. Переменная Mach Zem равняется Match is один. Ребятишки, так вот. Вот тут exit уберем. Давайте мы тут уже вот так просто ударим. F Zem Name. Я просто добавлю так Zem Name. Zem Name. Ну пусть будет так. Фиг с ним. Zem Name. Вот так вот. Вот теперь после этой самой функции посмотрим, что у нас с неймом получилось. Ой, exit, один exit.
тут вот эту вот штучку уберем, чтобы было нормально. Так, пока на пустое, сейчас проверим, что у нее появится. Неймази, видите, оно пустое. Ну, потому что в Неймазем оно не в глобальной области находится. Функция это, вы же видите, она в глобальной области находится, эта функция. Нам надо, чтобы было нормально. Ctrl. Давайте, может... Давайте тут сейчас ее выведем. Еще переменная, еще. Зем равняется. Просто посмотрим, что получится, что не получится. Так, давайте. Вот. Ну, просто это не в глобальной области, да, походу. Это переменная в какой-то самой function red data находится, да? Чтоб они были global, нам надо самим вот... NameSM, вот нам самим его объявить надо как global. Вот так вот. Тогда, по идее, должно сейчас все получиться. Чего мы видим? Ага, 185. Ага, давайте так. И вот тут переменные name. Вот так вот. Во, видите, ребятки, мы добились того, чего мы хотели. Вот это уже можно удалить. Все замечательно. Вот это также можно удалить. Матчес один, да. Так, тут давайте запишем все callback функции. Просто callback функции, давай, это просто. Ну, смотрим дальше. Смотрим дальше, что мы дальше можем сделать. Ребятишки, ZM заполнили мы, да? Name ZM. Мы так находим теперь, что нам надо найти. Авторов тем. Да, ребятки, вы не ошибаетесь. Сделаем так. 2. Точка. Находим авторов тем. Находим авторов тем. Авторов постов. Не тем, авторов постов. Это будет массив, по идее. Ну ладно, global name post, пусть так будет, name post. Та же самая функция preg replace callback. Давайте полностью скопируем вот это же РВшку. Сюда вставим ее так.
Здесь будет вызвана функция, и здесь переменная str. Ну тут, чувачки, тут надо еще, я же говорю, надо еще как-то... возврат сделать, то, на что мы заменяем. Return пустоту. По идее, мы должны... если мы вернем пустоту, то тут заменится на пусто. Еще переменная. Сейчас мы тут так вот тут еще разок вот эту вот штуку вызовем. И посмотрим, что у нас будет. Exit 1. Эту закомментируем. Так, и проверяем. Название 3. Как странно, видите, не заменилось нифига. Ну это фигово, оно должно замениться. Ну это фигово, чувачки. Callback функции, изменение текста, реальное выражение. Давай, давай, давай. Блядство, call, preg, replace, preg, replace, callback. Замена. Давайте вот так вот сделаем. Замена. Поиск и замену уж по регулярному. Чего я не заменил ни хера? Я хотел вообще нахер удалить. Функция, callback функция должна вернуть строку с заменой. Ну и где замена? Я вернул пустую строку. Какая нахер замена? Да, блядь. Блядство, а. Ну, return. Вот так вот я 3D-шки вернул. Ну. Блядь, ничего не заменило, нихера. Непонятно, ребятки. Непонятно, почему не... А, ну, понятно, нету замены, потому что... нам нужно сделать вот так. Переменная str равняется... вон, видите, есть замена. Пустую просто строку ее возвращаем. Сейчас он на котяра смотрит. Надо его выпустить. Сейчас я подойду. Выпустил кота, делаем пустую строку, обновляем. Вон, видите, пусто, пустота. Так,
Так. Вот тут вот так вот удалим все. Находим авторов. Вот эти для вас увеличим. Находим авторов постов. Давайте, это массив, походу, будет. Переменная str равно str. Так. str. F out for name. Давайте так, F out for name. Пусть будет такая функция. Я не знаю, возможно, можно и параметры ей передавать. Я буду глобально делать все. Function name chis. Возможно, можно параметры по ссылке сюда передать. Да, глобально, наверное, нельзя так делать, но... Ну, блин. Неохота мне заморачиваться. Namepost. Переменный name. Еще выведем. Зря я, конечно, удалил. Я даже знал, что придется заново их переписывать. Да пофигу вообще. Еще при, а тут принтер. Принтер, не мэчиш, принтер, мэтчис. Вот так вот. Давайте, не, без эксита. Мы посмотрим, сколько оно. Одну найдет или 10 найдет. Обновим. Название темы 3. Ага. И все, что-то. А, да, чувачки, мышь. Само РВшка неправильно было набрано, да? Она уже это не такая, как должна быть. Вот этот разделитель. Тут самое интересное, его придется экранировать. Ctrl-S, так. Ну, ясен пень, что надо заэкранировать. Иначе ничего не получится. Это звездочка, это спецсимвол. Во, видите, 3 админ, 3 новго. 3, да, новго, новгош 3. 3 новгош 3. Сука, ну все придется делать через глобальное, да? Ну давайте, ладно уже. Ну так, конечно, может. Может и нельзя делать, да. Ну я не знаю, как туда и передать. Делаем так, перемен. Давайте так, name. Name them, да? А, вот. Вот тут сделаем запятая. Переменная и. Пусть будет. И здесь делаем переменная и равняется 0. В этой функции, самой последней. Так. Name post. Вот тут уже легко мы снова делаем. Переменная name post равняется 0. Ой, name post и равняется переменная matches 1. А здесь также добавим переменная и. Не знаю, правильно или нет.
Ну, лишь бы работало, ребятки. Не будем заморачиваться, лишь бы работало, я вам скажу. Так, давайте сейчас вот тут вот. После того, где у нас вышло и 0. А, вот здесь exit, видите, теперь тут просто проверим. Еще переменная, еще k. Count. Name post. Ну да, 2, count 1, видите, это означает, что 2 там. Теперь мы можем их, конечно же, вывести, да, for, переменная и равняется 0, переменная и меньше count, переменная name post, переменная и плюс плюс, а еще переменная name post равно переменная name post, переменная и вот так вот. Я думаю, выведется все, что... А где три админа? А, чувачки тут. Вот тут плюс-плюс добавим. Надо инкрементировать, чтобы правильно было. Во, видите, раз, два, все правильно. Все правильно, удаляем снова вот эту вот штуку, которая нам уже не нужна. Здесь вот смотрим, 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 что тут у нас вышло. Смотрим, смотрим, вот уже, чувачки, час уже я опять. Час записываю, ну... Долго все идет. Name, post и br. Давайте это удалим, наверное, так нафиг. Не, пусть будет. Это чтобы мы просто знали вывод типа name-thread, тут name-post. Ну и саму str выведем. Блять, insert нажал я. Где-то есть str name. А, вот, вот это вот оно. Бух. И давайте просмотрим. Во, видите, тут поудалялось, осталось последние темы найти. Мы, у нас, конечно, данные будут всегда правильные, потому что данные будут у нас всегда правильные. Количество ников равно количеству тем. Сделаем попроще, без всяких усложнений. Ну, так же само, вот, сука, 31, я уже час делаю, да? Чё, наверное, надо остановиться пока что. СТР. СТР БР. Ладно, все правильно. Куда ты хернула?
3 находим. Как находим? Да, находим посты. Так и напишем. Находим. Извлекаем посты. Выбираем посты, скажем так. Выбираем посты в массив. Находим посты и добавляем их в массив. Давай так, находим посты и добавляем их в массив. Находим аутру постов и тут тоже добавляем их в массив. Ну вот это, чувачки, мы эту сделаем так же само, используя Blaze callback, мы также само их добавим в массив, а дальше уже тут просто вернем вот индекс, да. В сред у нас появится уже считанная херня, вот это вот файл, данные из файла. Дальше подготовим уже вот темой будет у нас, да. Вот пользователь, который добавил, это ясен, не пень, это первый пользователь. Ну, в то же время нам надо еще их отработать будет. Эти данные, также функции создать, обработать эти данные и... Ну, пока просто считаем, дальше посмотрим. Все, на этом, наверное, все. Какой-то урок у нас. А, 7-й. Все, чувачки, ждите 8-й урок. Уроков, похоже, будет много. Много. Потому что, видите, тут... много кода будет. Да, тут немного, в принципе. Одно и то же, но все равно кода будет много. Еще я говорю, таблица POST будет, плюс сама программа, плюс данные надо обрабатывать. Все, короче, чуваки, с вами был великий программист Нео Папа. Наверное, эти видео и не интересно смотреть, скорее всего, потому что вы сами не понимаете, что тут я делаю, да. А так вникать это время надо, плюс должны быть у вас какие-то знания, какие-то, да, начально, не для новичка это. Если бы я для новичка делал, то было. Ну, если кто не новичок, тому оно нахер не надо, тут и так шарит. Ладно, все, пока.